Всем привет, ребята! С вами снова я, Старый Сталк. С вами снова Зона. С вами снова Тень Чернобыля и модификация на Тень Чернобыля. Вариант Омега-2, холодное лето 2014-го. Это модификация, финальная версия. Я в нее еще вообще не играл. Сейчас посмотрим, что за игра. Предыдущая версия игры была забагована немного. Так говорят геймеры, которые уже пытались проходить ее. Ну, посмотрим, что у нас в этой версии из себя. Так, начинаем мы игру. Новую игру я начну на новичке. Не буду я проходить. Какие сюрпризы. Какие баги, какие вылеты. Ну, все на свете, что. Посмотрим, надеюсь, все пройдет у нас, говорится. Давайте зоны снова наслаждаться, что здесь монолит, все подряд, короче говоря. В один из июльских дней холодного дождливого лета. В общем, нас ждет начало. Очухались мы, ребята, на локации. Эта локация у нас то ли предбанник, то ли как он там называется, Восточный каньон. Ну, где-то предбанник, где-то Восточный каньон. Задачи у нас пока ничего нету. Где-то в каком-то мы тоннеле. А, ну тоннель, ну это в деревне тоннель. Здесь. Сейчас посмотрим, что виз какие-то появились. Вначале, не знаю, сейчас будем смотреть. Может быть, настроечки править надо, может не надо. Ну, в общем, давайте, ребятки, будем валим, короче говоря. Валим сюда в бар. Вот этот начальный бар. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Ага, на карте. Мини-карты здесь, кстати, нету, ребята. Так, суслик сидит. Привет, ты чего на земле расселся? Пятую точку застудишь, шел бы в бар. Борман фашист недобитый, не пускает, говорит, я ему всех клиентов распугал. Тогда сиди дальше. Короче говоря, этот крендель нам не нужен. Так, где у нас фонарь? Фонарь работает вроде. О! Фонарик хороший. Смотрите, ребята, хорошечно. Что тут у нас? Где бармен? Кто общается? Никто не общается пока. Так, где бармен наш? А, вот она. Скотобазина. Привет. Ну, здравствуй, Борман. Не забыл еще меня? Забери меня, Зона Кайдан. Вот это гость. Заказывать будешь? Мы, кстати, ребятки, играем за Кайдана. А тут Макс Борман. А давай для разговора водочки граммов 100. Ну и поесть бы не мешало. На, держи, каким ветром в наши Палестины. Да, попутным вот решил тряхнуть стариной, посмотреть, что тут за время моего отсутствия Зона начудила. С настоящими крутыми сталкерами поболтать. Как поживаешь, Борман? Что-то посетителей у тебя совсем немного. За те 2 года, Кайдан, что мы с тобой не видели, здесь много чего изменилось. Ну какие сейчас сталкеры? Одних Зона сгубила, другие вояки пристрелили. А кому выбраться удалось, то в другую зону попал. Вот ты суслика бомжа у входа видел, он ведь раньше тоже сталкером был. А теперь вот, подачки собирает, а ты говоришь, сталкеры крутые. Иди вон, полюбуйся, круче некуда. Все, парень, прошли те времена, но если честно, то их и не было, враги все это. А что было? Это ты у суслика расспроси, нарежь ему стопарик, так он тебе таких байк расскажет, что Голливуд отдыхает. Но вижу, что ты, Кайдан, пришел сюда не просто так, ты прав. Да, я получил весточку от Крахобора с просьбой помочь ему в одном деле. Но в каком он толком не написал? Одни намеки какие-то. Ты случайно не знаешь, что это за дело может быть? Не знаю, но догадываюсь. Так поделись своей догадкой. Ну, как ты видишь, народа у нас значительно поуменьшилось. И некому стало ходить в зону за артефактами. А военные за это время заняли городок и вертолетную базу. Они последние несколько месяцев сильно активизировались, и теперь пройти в зону стало почти нереально. Но есть же тайные тропы в зону. Это так. Но сюда добавилась еще одна проблема. Стали пропадать сталкеры, и после этого число желающих идти в зону вообще сильно сократилось. Почему они пропали, известно? Нет. Правда, мужики обнаружили несколько высохших трупов, но причина их смерти не ясна. Ладно, пойду к Крахобору, послушаю, что он скажет. Смотри, Кайдан, не нарвись на патруль. Их сейчас много, вокруг шастает. А если ты не имеешь специального пропуска, тебе лучше сходить в городок, к коменданту, и попробовать получить такой пропуск. Тут теперь режимная территория, и без разрешения долго не побегаешь. Настолько все серьезно? Поверь, так будет лучше. Но для начала тебе надо жилье снять, иначе пропуск не получишь.
Есть тут дова одна, она продавщица в магазине, ее Галиной кличут. Ха-ха, Галина. У нее муж еще после первой аварии погиб, а потом и сын в зоне пропал. Вот она комнату приезжим и сдается. Здесь на холме у нее дом. Ладно, спасибо за информацию, сколько с меня. Слушай, Кайдан, ты это будешь в городке, найди Шматко. Это прапор у вояк, и скотина еще та. Так этот Шматко мне канистру солярой должен. Если принесешь мне ее, то и за обед рассчитаешься, и подзаработаешь. Идет, хорошо, пойду за пропуском и соляру принесу. Только на вертолетную базу несусь, а там охрана сразу открывает огонь. Спасибо за предупреждение, пока. Так, снять комнату Галины. Галина у нас находится, получается, где-то вот здесь, вот в магазине, что ли. Ага, интересно, девки пляшут, ребята. Суслик у нас был сталкером, стал бомжом, ёлки-моталки. Ты, сусляра, ты чё тут расселся? Так, почему суслик тебя Бурман не пускает? И настроение сегодня, фляжка у любимой пропала. Вот он на мне злой срывает, бюрр пересохший. Так, я, кажется, догоняю, в чем проблема. Вернул бы, глядишь, и простит на радостях. Потерял я ее по пьяни, даже не помню где. Слушай, парень, помоги, не дай пропасть бедному суслику. Я ее точно где-то недалеко посеял. Ага, делать мне больше нечего. Говоришь, недалеко, ладно, сейчас поищу. Так, а где он ее посеял-то? Недалеко посеял. Может, он ее здесь где-то посеял? Ладно, давайте пойдем к Галине, а потом уже будем его на флягу тут искать. Где-то может быть он, блин, здесь где-то в кошарах посеял. Хоть бы точно место-то знать. Ну-ка, где у нас задача? Найти флягу с усликом. Так, карта текст. По тексту нифига нету. Снять комнату у Галины тоже детальная информация, нифига нету. Короче говоря, ребята, ну что, будем искать, жить. И идем сначала до Галины. Галина, нам надо комнатюху. Комнатюху для любовных утех. Наверное, где-то здесь. Ну ничего так, без мини-карты, в принципе, мне тоже кажется, пойдет. Надо, может быть, поискать. На сталкер мод зайти и там посмотреть мини-карту. В общем, Галина у нас в магазине. Галина слуга магазина. Так, Галина. Добрый день, Галина. Мне бармен сказал, что у вас комнату можно снять. Позвольте для начала узнать ваше имя. Александр Кайдановский. А в зоне меня звали Кайданом. Даже не знаю, что вам ответить, Кайдан. Если только ненадолго, а то я отсюда уезжать собралась. Вот найду покупателя на дом и к сестре в город перееду. Да, мне хотя бы пару недель перекантоваться, я заплачу сколько скажете. Ну хорошо, сдам вам комнату. Только без баловства. Девок не водите, никаких пьяных посиделок. Я этого не люблю. Хорошо, хозяюшка, договорились. Идите за мной, Кайдан. Я покажу вам мой дом и вашу комнату. Да, конечно. Так, пойдем за ней. Что у нее тут? Вон, консервы у нее есть. А он туда, наверное, не приходит. Эх, перелезешь, нет? О, консервы спер. Прям консервы. Пойдем за ней, родная. Все, прямся, ребятки. До комнатюхи, надеюсь, туда недалеко. Так, ну, в принципе, мне как бы сейчас вот после прохождения последнего мода сейчас на Тень Чернобыля играть, ну, как-то немножечко не по себе, ребята, скажу, потому что графика немножечко другая. Ну, нормально, сейчас посмотрю, что так, что у нас тут. Ой, не туда я залез. Ну-ка, опции. А, ну понятно, у меня разрешение не то стоит, у меня же монитор-то бешеный, ёлки-палки. Да, вот, смотрите, по-моему, получше стало, а то у меня разрешение-то было вообще левачное. Так, а ты куда идешь, Галина? Галина, дочь абразина, ёлки-палки. Её бы, блин, абразивным кругом мордашку пошлифовать немножко, может, видишь, или помоложе бы сделали. Сваливать она собралась. Треугольная тетя. Ну ладно, тетя уже, как говорится, в годах. Тридцаха точно есть, 35, наверное. Хаты сдает в зоне. Типа это ионы. Дом без окон, без двери, крыша не залатана, нифига. Так, ладненько, Галина. Галина нас притащила куда-то в свои пенаты. Ага, подвальчик имеется, хорошечно, можно затариться. Так, здесь что у нас, жрачка какая-то, что нам
наверное, с ней пообщаться. Ну, говори нам, Галина. Вот ваша комната. Мебели в доме, как видите, мало, так как большую часть я уже к сестре перевезла, поэтому спать вам придется на полу. Это ничего, я привык к спартанской обстановке. Да, вот и хорошо, денег я с вас много не возьму, думаю, что 2000 будет достаточно. Я сейчас же с вами рассчитаюсь, вот деньги. Две штуки у нас забрала. Благодарю. Ну, вы располагайтесь, а мне надо на кладбище сходить и могилу мужа проверить. А то там в последнее время кабаны шалить стали. Я боюсь, как бы они ничего с ней не натворили. Не переживайте так, я сейчас сам схожу на кладбище и погоняю кабанов. Но вы ведь без ружья, а зверь шуток не понимает. Супруг мой покойный, царство ему небесное, охотником был. После смерти мужа все его охотничье хозяйство сын где-то во дворе спрятал. От лихих людей подальше. Вы поищите получше, может, найдете схрон. Хорошо, сейчас поищу. Ага, у нас, значит, где-то схрон с ружьем во дворе. Хе-хе. Так, а может, он в подвал заныкал его? Ну-ка, нет, подвал не хочет лезть. Так, влазь давай. Ты будешь сегодня влазить или не будешь? Выгораешь. О, кое-как вылез. Ага, во дворе. Во дворе, это же вот здесь где-то, а где тут схрон, тут, наверное, какой-то, типа, рюкзак должен лежать, наверное, во дворе. Интересно, девки пляшут. Во дворе. Где тут во дворе? Может быть, на чердаке? Ну-ка, пойдем поищем на чердаке. Хорошо, фонарик не заканчивается в этом модификации. Батарейки не надо ставить. Во, вот оно, ружье, отлично, во дворе. Во дворе. Опять поговорить с Галиной, ребята, надо. Так, а что он у меня перестал гореть? Или это я тут что-то нажал не так? Давай, что-то бегать перестал. А, вон. Тут, оказывается, полный присед можно сесть. Скорее всего. Так, где у нас Галина опять? Галина, родная. Я нашел на чердаке ружье и патроны. Вот теперь вы будете не с пустыми руками. И может у вас действительно получится избавиться от кабанов. Получится, можно не сомневаться. Тогда ни пуха вам, ни пера. К черту. До встречи. Так, а кладбище-то у нас где, ребята? Блин, надо кладбище идти. Ни меток, нифига нету. Где вот только я вот здесь вот есть. Блин, а где кладбище-то искать? Ёшкин так вот. Кладбище, по-моему, у нас было где-то вот здесь, в этом районе. Или вот здесь вот. Ну, короче, где-то вот здесь вот. Насколько я помню, на этой локации. Может быть, оно здесь, а? Здесь навряд ли есть. В общем, давайте, ребятки, там уже встретимся, в том районе. Нашел я, ребята, кабанчиков. Вот они в этом месте. Наверное, здесь и кладбище все-таки. Оба-на! Нифига себе, смотрите, как они толпой, а! Ха-ха, иди сюда, родной. Ай-яй-яй. А что с патронами-то делать? Ай-яй-яй-яй-яй. Как патроны куда делать? А, вон патроны у нас куда сувать. Я теперь потихонечку я разбираюсь в этой игрушечке. На тебе, фашист гранат. Ох ты ж зацепила меня. Ну вот, начинается трагедия. Иди сюда, мой белый сахар. Твоих я уже изничтожил из вас. На тебе вот. А, люблю я такую веселуху, ребята. Ну че, родной, на тебе. Есть контакт. Так, надо их пощупать. Полутать, пощипать. Че, нету ни у кого копытов, что ли? Сколько их тут штук-то было? 4 или 5? Блин, все пустые, ребята. Не, ну что теперь делать? А, вон еще валяется. Блин, хорошо это бегаю. Смотрите, мне вот это нравится уже, ребята. Смотрите, бегает хорошечно так. Раз, раз и все. И в дамки. Чики-пуки. И в дамки, как говорится. До Галины шуруем. Сейчас Галина нам что-то отвесит, может быть, по мелочи. Нет, ну может быть, конечно, она ничего не отвесит. Единственное, что вот задание, меток на задание нету. Ну, может, в дальнейшем будет там в зоне, а пока здесь нифига нету. Ну вот, все в порядке. Может быть, можете быть спокойны. Никто теперь ваш могилок не потревожит. Спасибо вам большое. Ружье себе оставьте, оно вам нужнее. Это вам спасибо, ружьем действительно не помешает. Все. Скажите, когда в зону собрались? Сначала я наведаюсь в соседнюю деревеньку Крохобору. Кстати, он ваш коллега, тоже торговлей занимается, но более масштабный.
Да, знаю я Крохобора. Это по его заданию мой сын пошел в зону и не вернулся. Так, давно это случилось? В середине мая еще. Так и сгинул с тех пор. И никаких вестей нет. Вы, если услышите, что о Сереже Лохманове лохматым кричат, будьте добры, сообщите мне. Хорошо, если что узнает, обязательно сообщу. Появилось новое задание узнать о сыне Галины. До встречи. Ну, ребята, у нас заданий, как говорится, как грязи теперь. Взять соляру и шматко, получить пропуск у коменданта городка, а знать о судьбе Лохматова, сына Галины, но это попозже. Найти флягу, утерянную сусликом, вернуть флягу суслику. Ага. Наверное, начать все-таки надо нам с фляги. Где-то она здесь. Короче говоря, ребята, объект О. Недолго я тут оплутал. Искал это все хозяйство. Фляжку я нашел быстро. В принципе, так я и думал, что она вот здесь вот в подвале у нас лежит. Ну, флягу обнаружить, в принципе, несложно. Просто цвет она зеленого цвета. Короче говоря, фляга, ребятки, вот так вот в подвал спускаете здесь на верхотуре. Если кому надо на карте, вот на карте это место. Во дворе, здесь вот у нас бар. Вот она, фляжка лежит. Оба-на, флягу суслику. Идем, возвращаем флягу суслику. Можно, в принципе, через дом выбраться, как вы все знаете. Здесь, в принципе, ничего сложного нету. Сусляра у нас. Хе-хе, суслик. Суслик. Так, что, наверное, попробуем горох сделать вот так вот. Ай, зря я так упал. Ну да ладно, ничего страшного. Немножечко травмировался. Надо, наверное, бинта будет подлечить, сажать. Все, сдаем флягу суслику. Вот, посмотри, она нашлась, родная. Вот, а тут еще что-то осталось. Смотри, снова не нажись, а то опять потеряешь. Не, не потеряю, ну спасибо тебе, парень, уважил. И ты не обращай внимания на мой вид. А если надо что-то узнать, то подходи, покалякаем. Будет время, покалякаем. Ну, пока. Все, сусляру мы, ребятки, вылечили, вернее, спасли. На этом, ребятки, видео, наверное, первое вступительное заканчиваю. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну и идите лесом, ребята. Это кому не понравилось. Встретимся, ребятки, в следующем видео. А пока, ребятки, всем пока.